по салону такие вот карты дверные, коврики. Еще с Украины со мной приехали, то есть все есть. Есть такое вот заднее сиденье. Здесь в принципе ничего затертости каких-то таких нету. Багажник полноценный со всеми примочечками, там шторка вот эта вот есть, два сиденья дополнительных, тоже там ремни безопасности, с ними все в порядке. Вот получается у нас тут эта сторона, эти карты, то есть нет никаких царапин, коцок. Вот здесь есть коцочка вот такая вот, ну это от ремня, то есть пассажиры слишком быстро выходили и не успели. Сейчас я вам покажу дальше. Пассажирская сторона. Ну тут уже естественно вот эти следы затертости, как бы машине, так скажем, 14 лет как ни крути. Вот так. Кулиса на свой пробег выглядит. Руль. Можете видеть. Так, наверное, лучше будет. Все, в принципе, водительское сиденье. Я на ней езжу каждый день на работу, с работы мотаюсь. Сейчас взял просто рабочку себе, то машина уже начала простаиваться, то есть больше стоять, километраж не мотаю на ней. То есть такие вот. Понятно, что вот такие вот следы затертости имеются от эксплуатации. Вот-вот. То есть такого плана. Сказать, что прям уж сильно замученная. Ну, вам видней. Каждый смотрит свое. Скажем так. Все регуляторы рабочие, наклона, подъема. Тут в машине все функционирует. Вот получается, что она заменен был ГРМ. Ну а это получается еще сервис был в этом, во Франции. То есть как бы такого плана.